О том, что систему управления нужно перестраивать под новые форматы, говорят и в Казахстанском институте стратегических исследований. По словам его руководителя, социологические исследования показывают, что казахстанцы чаще недовольны деятельностью акимов. Акиму и всем власти на местах должны решать вопросы, социальные вопросы, нужды населения не только тех, кто громче всех кричит, да, а всех. Должен быть мониторинг всех этих вопросов. Должны работать маслихаты на местах. Их необходимо уже трансформировать из таких, знаете, неких таких бутафорских, да, сообществ в действительные органы для работы с населением. Сами акимы прежде всего ориентировались на население. Если они не будут выполнять эти социальные нужды населения, если они будут идти опять же на поводу вот этого популизма, тогда, конечно, они просто будут не переизбраны.